Всем привет! Меня зовут Лариса Ильина, и сегодня я хочу поделиться историей одной работы. Больше чем через месяц эти ноготки пришли на коррекцию, и сначала при помощи фрезы снимаю длину и декоративный слой. Также особое внимание уделяю отслойкам. Далее пилкой я поправляю форму свободного края, снимаю блеск с отросшей части ногтя и, конечно, тщательно-тщательно убираю птереги. Тонким слоем наношу грунтовочное покрытие ультрабонд, жду, когда оно высохнет 30 секунд и приступаю к нанесению полиакрилового геля ProGel. Мне очень нравится оттенок Milk. Дело в том, что сам по себе он прекрасно смотрится как фон для создания абсолютно любого дизайна. Для того, чтобы к кисти не прилипал полиакриловый гель, я ее периодически смачиваю в специальной жидкости. Полимеризую ProGel в течение 30 секунд и после этого приступаю к моделированию пилкой. Опиливаю ноготки по всем правилам и хорошенько бафом подготавливаю поверхность. Вот теперь можно непосредственно приступить к выполнению дизайна. Сначала я паутинкой создаю вот такие декоративные элементы, полимеризую в лампе не менее 30 секунд и после этого выполняю дизайн самой обыкновенной акварелью, мягкой кистью от Nano Professional K1 KB1. Я прорисовываю лепестки цветов. Для того, чтобы получился тончайший контур, нужно немножко подождать, чтобы акварель подсохла. И после этого более крупной кистью как будто выпить внутри водичку. Ровно то же самое я проделываю с каждым следующим элементом. Когда все готово, прорисовываю по несколько тычинок в каждый цветок и перекрываю защитой Luminous. Получаем вот такой нежный и невесомый результат. Как всегда, ставьте комментарием плюсик, если урок оказался полезным.